Всем привет, друзья! Это канал XYZ Кейс, и я Али. Сегодня я хотел кое-что показать, поточнее. Мы все знаем, что такое Стамбул-карта. И вот этот, и насчет него, да, вот. Допустим, я хотел показать эту карту. Вот сейчас, видите, показал красный. Вот если вы видите такие аппараты, да, вот, где-то. Вот этот аппарат имею в виду, вот здесь двое. Вот этот аппарат. Это вернет ваши деньги. Ну, допустим, мы знаем, где использовать Стамбул-карту. Я сейчас его пополняю. Ну, короче, этот аппарат, да, вот, который там стоит, он вернет вам ваши деньги. Ну, иногда 50 крушу, смотря сколько вы, короче, вам, короче, это зависит от остановок, да, вот. Стамбул-карта, я тут немножко еще скажу, короче, это универсальная карта, чтобы ездить на метро, автобусе, в лодке, ну, везде, да, вот. Вот, я положил этот, и, короче, это пополнение. Как вы видите, я просто хотел показать. Так, видите, 90 чем-то. Ну, короче, вернемся к этому автомату, аппарату, вот. Вот просто вот сюда, там, где положено, вот сюда, короче, положите карту, и он вам вернет деньги. Ну, допустим, если есть 10 остановок, и вы вышли в 5-м остановке, да, вот, остальные деньги, короче, отчасти он вернет. Если вы платили на дорогу, ну, я имею в виду приблизительно 5 лир, этот автомат вам, может быть, вернет 1,5 лира, кому-то вернет 50 крушев. Ну, те, которые, у кого есть постоянная этот линия, да, вот, допустим, в это район вообще-то называется Чевиздебах. Если у вас есть такой маршрут по дороге, вы, если используете трамвай или троллейбус, короче, как только видите, если у вас есть на остановке такой аппарат, через этот аппарат вы можете вернуть часть своего деньги. Как я сказал, это иногда 50 крушев, а иногда побольше, 1,5 лира и так далее. Я просто хотел об этом немножко рассказать, да, вот. Думаю, все уже поняли. Надеюсь, ваш отдых, работа, ну и так далее, будет удачным. Желаю всем удачи, удачного дня, короче, до встречи в следующих видео.